Экстренное включение, друзья. Сегодня в лаборатории произошла катастрофа, во время которой вырвался неизвестный секретный вирус, который захватил практически всю территорию Лос-Сантоса. Сейчас в городе объявлено чрезвычайное положение. Всех граждан просят оставаться дома, по городу катаются машины военных и полицейских. Происходит какая-то непонятная чертовщина. Нам с вами предстоит разобраться во всем этом деле, и первым делом, как вы понимаете, мы должны будем с вами отправиться на территорию лаборатории. Откуда, в общем-то, и вырвался этот вирус. Блин, какая же громкая эта сирена, которая играет сейчас по всему Лос-Сантосу, ребята. Я думаю, что в скором времени произойдет что-то поистине ужасное. Но перед этим, ребята, нам нужно будет с вами, конечно же, постараться добраться до лаборатории, пока еще не совсем поздно. Я думаю, что сегодня мы с вами возьмем на эту операцию Чопа, который попробует помочь мне в нашей сегодняшней миссии. Как ты смотришь на это, Чоп? Да, по-моему, он согласен, ребята. А в общем, давайте сделаем так. Если вы хотите, чтобы сегодня Чоп поучаствовал в нашей операции и с ним все было хорошо, то прямо сейчас ставьте лайкос под этим роликом. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, чтобы вступить в нашу семью призраков. И, само собой, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что, Чоп, ты готов? Надеюсь, что да. Кстати, сирена перестала у нас работать. Так, погоди-ка, что у нас там происходит? Давайте попробуем выглянуть на улицу. Погоди, по-моему, там были люди. Так, ладно, давай, Чоп, выходить, короче, на улицу. Я думаю, что надо поскорее усаживаться в машину и отправляться к нашей сегодняшней цели. Конечно, как я уже сказал, ребята, это лаборатория, и нужно добраться до нее как можно быстрее. Так, ну-ка, погоди. Блин! Ребят... Походу мы маленько опоздали. Да-да-да-да-да. Все, ребята, вирус начал превращать людей в зомби. Так, хорошо, Чопик, давай-давай, спрыгай со мной в тачку. Поедем сегодня с вами, ребята, на BMW. Так, что за звуки? Так, давай-давай, садимся, Чопик. Все, молодец, запрыгнул. Можно отправляться, вау, что это, блин, было? Капец, безумный зомби. Так, ребят, все, едем как можно скорее. Так, я так полагаю, что сейчас проехать нам будет здесь очень тяжело. Посмотрите, все люди начали выходить из домов и попросту заражаться. Капец, как их тут много. Да, ребята, это у нас новый зомби-вирус, который вырвался из лаборатории. Снова проводили какой-то эксперимент, повлекший за собой смерти миллионов людей и попросту превращение их в безмозглых зомби. На самом деле страшная ситуация, тем более учитывая нынешнее положение в мире, ребята. И, кстати, рассказывайте, чем вы вообще сейчас занимаетесь на карантине, в какие игры вы играете, чем планируете заняться сегодня, ходите ли вы гулять или же вы постоянно просто сидите дома. Я на самом деле пытаюсь находиться дома для того, чтобы, ну, как вы понимаете, обезопасить себя и не заразиться всем этим вирусом. Поэтому, ребята, пишите также в комментариях, чем занимаетесь вы, ну и какие планы у вас на ближайшие дни, потому что с каждым днем сидеть дома становится все сложнее и сложнее. Благо, хотя бы есть во что поиграть, как говорится. Даже та же самая GTA 5 очень сильно разбавляет все это дело. Ну что ж, ребята, я думаю, что сегодня нам с вами предстоит раскрыть интересную тайну. Зомби, как вы видите, я думаю, сами заметили, стало намного больше. Прям вообще их в огромном количестве здесь. Обычно, когда мы сами выживаем в зомби-апокалипсисе, да, в нашем сериале, зомби не так много. Но сегодня их поистине дофига. Я думаю, что это связано с тем, что вирус стал еще агрессивнее, и навряд ли мы сами сможем отыскать хоть каких-то выживших. Я думаю, что буквально через пару дней весь город погрузится полностью, воу, в разруху. Так, неплохо я так вписался. Так, тачка поедет, я надеюсь. Да, уже зомби подспевают сразу же, ты посмотри. Они вообще со всех сторон. Ну и капец, ребят, вы посмотрите, как много здесь зомби рядом с лабораторией. Как здесь вообще проезжать? Так, я слышу выстрелы здесь. И на карте у меня... Погоди, вон же выжившие. Ребят, я вижу выживших. Так, здесь с этой стороны тоже был кто-то. По всей видимости, его уже сожрали. Так, ладно, ребята, отправляемся дальше. Вон у нас один выживший. Так, может как-то попробовать помочь ему, я не знаю. Так, давай попробуем выйти. Мне кажется, дальше мы с вами все равно уже не сможем, блин, проехать. Потому что зомби, капец, как много здесь. Так, со всех сторон просто звуки. Так, там один выживший остался. Все, все, его сожрали. Его сожрали, Чоп. Чоп, прыгай быстрее. Давай, давай, давай. Все, поехали, поехали, поехали быстрее. Что-то мне подсказывает, что дальше, ребят, мы с вами уже не сможем проехать.
потому что зомби здесь становится все больше и больше, и дорогу попросту перегородили машины. Мне кажется, дальше будет точно такая же ситуация, поэтому давайте будем поскорее выходить из машины и просто пробегать уже на своих двоих. Так, Чоп! Чоп, давай со мной! Все, побежали, побежали, побежали быстрее. Не нападай на этих зомби. Давай-ка мы с тобой лучше попробуем добраться без происшествий. Так, вон еще один бежит. Капец, как они быстро мутируют. И из-за того, что их очень много, мутирующих зомби просто капец как дофига. Мне кажется, ребята, ночью будет просто нереальная жесть. Так, ладно, устраняем их потихоньку. Они просто сейчас, они просто, ребята, всю дорогу сейчас перегородят. Я не знаю, как мы будем добираться до базы, если честно. Потому что зомби здесь очень много. Что находится на самой территории лаборатории, это вообще неизвестно. Чоп! Чоп, нет! Чоп, беги! Давай, давай, давай! Беги со мной! Давай, давай, давай! Уходим! Уходим! Блин, он нападает на зомби! Не надо этого делать! Не надо, не надо, не надо, Чопик! Давай, все, побежали, молодец! Молодец! Блин, он пытается меня защитить от зомбаков! Блин, вот это капец, ребят. Это реально очень плохо. Уже половины хп нету. Ой, ребят, что-то мне подсказывает, что сегодняшнее выживание будет уж очень сложным. И снова бегающие зомбари. Так, сейчас я быстренько их уничтожу. Вот таким вот образом. Все, отлично. Давай, 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 Чоп, бежим. Он где-то там между зомбарями бегает, но вроде как зомби на него никак не реагируют. Им интересен более я, чем Чоп. Это очень хорошо, потому что я думаю, что с Чопом будет все более-менее в порядке. Так, попробуем пробежать, наверное, здесь через гору, потому что дорога попросту занята у нас толпами зомби. Так что я думаю, нам будет проще, ребят, сейчас с вами пробежать где-нибудь здесь на возвышенности. Зомби не пытаются у нас залазить на горы, и это очень большое преимущество для нас. Фух, так, ребят, ой, а вот и сама лаборатория. Мы с вами уже добрались до места, откуда я могу просмотреть всю территорию этой лабы. Так, что у нас там? Посмотрите, вся лаба выглядит достаточно разрушенной, насколько вижу. Капец. Так, пока что вообще ничего не понятно, но военных, ученых я здесь никого заметить пока что не могу. Дороги у нас забиты зомби по-прежнему. Так, давай взрывем вот так вот, да. Патроны, ребят, в моей снайперке взрывные. Это огромное преимущество для нас, потому что при помощи этих патронов мы сможем с вами расстреливать вот как раз-таки вот такие толпучки зомбарей. Я думаю, это мне сильно сегодня поможет. Как они так быстро понимают, откуда я буду идти? Они просто бегут со всех сторон, ребята. Еще один бегающий у нас здесь. Мы быстренько с ним разбираемся. Так, Чопик, давай, проходим вместе. Блин, как же я надеюсь, что с Чопом, ребят, все будет хорошо. Ну, конечно, если вы поставили лайки, то я думаю, что сегодня с Чопом будет все отлично. С вашей помощью, ребята, конечно же, мы сможем все это дело разобрать. Так, давай пропрыгиваем сюда. Так, сейчас нам тут останется с вами пройти совсем чуть-чуть, и мы окажемся внутри лабы. Я уже вижу, что здесь произошло реально что-то по-настоящему ужасное, потому что вся территория у нас выглядит достаточно уничтоженной. Также автобус. Ой, там койот. Блин, да, животные, по всей видимости, ребята, выжили. Да, с ними все хорошо. Ну, хотя бы на животных эта зараза у нас не распространяется. Это очень сильно радует меня. Так, ладно. Давайте будем переходить. Я так полагаю, что на территории самой лабы у нас будет достаточно много заразившегося персонала, потому что именно отсюда и пошло заражение, так что персонал лаборатории был у нас заражен самым-самым первым. Осмотрим эту часть лабы. Сейчас пробежим, расстреляем всех. Тут, кстати, удобнее намного сражаться, ребята, чем на открытой территории, потому что там на дорогах зомби просто идут со всех сторон. Здесь же мы можем идти вот так вот их напрямую просто расстреливать. Это достаточно удобно. О нет, походу, ребята, Чоп убежал. Я сейчас не могу найти его на карте. Интересно, где он? Походу, ребят, придется нам с вами после этого всего дела еще и Чопа отыскать. Потому что он, видимо, потерял меня из виду. И попросту убежал, наверное, куда-нибудь в горы. Либо просто где-то запрятался. Короче, в любом случае, Чопа нам нельзя с вами оставлять. Я думаю, что мы с вами займемся еще его спасением. Так, зомбарей здесь, кстати, достаточно много, в принципе, как я и предполагал. Так что сейчас нужно, ребята, их всех вот так вот расстрелять, как я это и делаю. После чего сможем спокойненько пройти. Так, сзади никого? Никого. Хорошо, что хоть они сзади к нам не идут. Потому что иначе, ребята, было бы капец, как сложно все это дело разгребать в одиночку. Там у нас, кстати, на карте с вами еще красные точки появились. Это означает, что где-то рядом с нами есть бандиты, которые также наверняка захотят попробовать атаковать меня. Но в данном случае я отдаю предпочтение зомби, потому что я надеюсь, что они смогут меня защитить все-таки от бандосов. Потому что на бандосов они также реагируют, как и на меня. Потому что это те же самые люди, которые могут быть пищей для этих зомби. Кто бы мог подумать, что заражение будет происходить настолько быстро. Вау! Погоди. Это у нас что такое? У меня на карте просто огромное количество точек. Так, это у нас... Это зомбари, ребят!
Неужели это новый вид зомби? Так, погоди, отойди от меня, блин! Воу! Ему что, наплевать, что ли? Так, по ногам, по ногам! Какого фига ты такой живучий? Так, ребят! Капец, я выпустил в него целую обойму, 60 патронов! И это на одного зомби! Так и в голову не с первого раза убивается! Чё, блин, за фигня? Это чё за зомбаки здесь такие новые? Так, погоди, по-моему, он пытается меня обойти, нет? Вы еще и умные, что ли? Получи! С дробовика в голову не умер! Сколько выстрелов тебе нужно? Получай, блин! Капец просто! Ребят, это новый вид зомби, по всей видимости, новая мутация. А это неудивительно. Каждый раз, когда зомби-вирус у нас вырывается из лаборатории, происходит что-то новое. Вирус постоянно у нас приобретает новые свойства. Так, давай попробуем взорвать их. У нас вон там один стоит, просто спрятался от меня. Получи, блин, вот так. Эй, иди нафиг отсюда! Тебе хватило этого? По-моему, хватило. Так, нет! Даже после выстрела выжил! Со снайперской винтовки, получай, блин, в голову! Так, он контужен у нас? Какого фига, сколько надо выстрелов этих зомбарей, чтобы уничтожить их? Окей, ребят. Я так полагаю, сегодня у нас будет достаточно интересно. Интересный поединок. Они, кстати, некоторые как будто в спячке, ты посмотри. Что, блин? На тебе! Вот таким вот образом. Хорошо. Так, и там тоже зомбари у нас стоят. Давай попробуем пробежать этих. Я не хочу тратить столько патронов, потому что... Ну, это попросту, ребята, невыгодно. Зомби... О, нет. О, нет. Эти поняли, что надо идти ко мне. Сколько их там? Какого фига? Так, я понял, ребят. Лучше, походу, к лаборатории у нас не подходить так близко. Их капец там как много. Так, отстреливаем этих. Так, давай. И бегающих тут дофига. Вот эти тоже ко мне идут. Все, я понял. На дробовик срочно. Помощнее какой-нибудь. Так, давай вот это попробуем взять. Получи. Воу, на тебе нафиг, не надо на меня нападать. Так, ты тоже. Отлично, ребят, старые зомби убиваются у нас по-прежнему с одного выстрела. Это очень хорошо, ловите гранату. Так, давай сюда. И сейчас взрыв. Вот так, отлично. Вам не хватило этого? Капец. Ребят, я просто не верю, что им не хватило этого взрыва. Жесть. Так, давай сюда. Быстро. Возвращаемся, ребята, к входу в лабу. Эй, блин, какого фига вас тут так много? Так, надо туда кинуть. На, ребята, туда что-нибудь кинуть. Их там просто капец, они столпились. Посмотрите, в одну кучку. Ловите вот так. Все отлично. Ребят, пробегаем внутрь. Так, здесь тоже зомбари. Так, вот они горят. Горят они по-прежнему хорошо, кстати. Офигеть. Они просто как будто в спячке, блин, здесь. Сколько они здесь людей убили. Вы просто представляете, какое количество? Мне кажется, у нас просто не были готовы военные к этому. Поэтому такое огромное количество зомби вырвалось на свободу. А здесь у нас завален вход, я не могу пробраться. А нет, вот так, если попробовать, то, наверное, получится. Но я думаю, что здесь уже точно нам не перепрыгнуть. Дверь попросту завалена. Так, а что здесь было? Есть хоть... Какие-то намеки. Вы посмотрите на это. Как? Погоди. Я попробую себя сюда перекинуть, чтобы просто посмотреть на это. Какие-то вакцины. Ага, яйцо инопланетное. Что, блин, за фигня здесь происходило? И еще плюсом к этому, ребята, здесь дверь тоже у нас забаррикадирована. Туда, по всей видимости, нам с вами попасть не представляется возможным. Но да, здесь все, в принципе, как и всегда, в лаборатории, попросту отделение, где проводят опыты. Самое интересное, я так полагаю, находится в этой части. Зомби на улице просто капец как дофига. И сейчас уже скоро у нас стемнеет. Я вообще не хочу выходить на улицу, когда на улице такие зомби. Это на самом деле, ребята, очень сейчас сложная ситуация, потому что мне нужно отыскать Чопа, ну и, конечно же, разобраться с этими зомбарями. Я думаю, что к ночи они мутируют еще сильнее, вполне себе вероятно, что нападут на меня с новой силой. Ну что ж, друзья, если вы хотите увидеть продолжение этого ролика, давайте наберем 6000 лайков. Это, я думаю, сделать достаточно просто. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, чтобы вступить в нашу семью призраков. И, само собой, нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.